Я плакать буду, ребята. Приветствую всех Витязев. Пальчик разбил прям очень сильно. Мы шли с Джаником, короче, смотрите, все залито кровью, кожа там отвалилась. И начинаем наши фирмы от аптеки. Но в этой аптеке нифига не было. Джаник ходил через дорогу. Мы находимся, кстати, на улице Черноморская. И вот в той аптеке купили на пальчике. Не подумайте, это не изделие номер один. Сейчас зальем это перекисью. В общем, какой-то лечебный эфир спрашивает. Ладно, это все нафиг, сам пускай лежит. Друзья, приветствую вас. И мы находимся в поселке Витязево. Сейчас будет обзор на паралив и центральный пляж поселка Витязево. Джаник. Друзья, если вы собираетесь к нам приехать на отдых, но сомневаетесь, где остановиться, вам нужно 100% место для отдыха со 100% гарантией. Обращайтесь к Джанику. Джаник, ваш номер телефона? 8-918-33-04-333. Ребят, на всякий случай запишите, даже если вы просто уже с кем-то договорились, едете к нам в Витязево, зачастую бывает, приезжают более выгодные предложения, людей кидают, и они потом сидят на вокзалах, и их никто не встретил. Поэтому записали, как говорится, будьте спокойны, что вы приедете, даже если что-то случится у вас, вы всегда сможете ему позвонить. Но мы начинаем. Попробуем сделать наш обзор максимально полезным. Столовая Аргона. Ложки, вилки, салфетки на раздаче. Все есть, как КД, сухофрукты, клюква, сухотек по 35, лимоник также, вишня, пирожное по 120, муки по 130, селедка под шубой 75, морковь 65, свекла с сыром 75, витамины 70, петрушка 90, можно по 95, цезарь 160 рублей. Здесь смотрите сами, ребятки, тысячу поставьте. Все за стеклышком выглядит довольно-таки красиво. Стейк лосося 270 рублей. Парельки, омлетики с сырами, мясо по-французски по 140. Можете перец фаршированный, 77-100 грамм. Пов курицы 150, толщи запеченные 90, тефтели 110, котлеты. В общем, выбор просто нереально большой. Рыба запеченная 805 рублей 100 грамм. И вот вам цены за гарниры. Места много, в тенечке, очень комфортно, даже сейчас на улице жара, здесь не чувствуется она. С той стороны столовая номер один, друзья, продаются фрукты, овощи. Давайте спросим, что почем по ценам. Огурцы 70 и по 120, есть картошка по 50, помидорки такие по 100, 180 плющенный персик, 150 крупный персик, 150 нектарин есть, 150 слива, 130 мелкий нектарин, 3 штуки 100 рублей такие дымки, 70 рублей сливы. 100 рублей яблочки. Друзья, смотрим пешеходные переходы, количество людей, которые с моря и на море едят. Приятно посмотреть, но паралив сейчас будет пустовато. Так всегда днем происходит, когда основная масса наших отдыхающихся находится на море. С левой стороны у нас находится парк аттракционов Византия и кафе Арго. С левой стороны есть экскурсионная точка Реалтур. Можете прийти заказать. Здесь Людмила Владимировна продает как раз таки все эти туры. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. О, как дела? Отлично, хорошего отдыха, ребят. Наши подписчики покупают как раз таки у нее экскурсии. Здесь на улице пересечения Черноморского и Южного проспекта как раз таки находится она, наша любимая паралия, на которой собрано огромное количество разнообразных увеселительных заведений нашего поселка Витязева. Некоторые открываются чуть-чуть попозже. У нас есть, допустим, на входе в парк аттракционов Византия, допустим, замок страха вот такой вот. Здесь мы, кстати, ели шаурму. Тоже вроде неплохо было. Посмотрим, почем аттракционы стоят. Это уже в тир стреляет, хотя время 11 часов, но потихонечку аттракциончики работают. На паузе и разглядывайте цены, что почем. Температура во время съемки видео такая на параллели 3-4 градуса. Так что я думаю, это достойно лайка. Прям сегодня очень жарко и очень влажно. Вот кожа начинает блестеть, начинаем потеть. Комната цена страха 350 рублей. Надо будет все-таки как-нибудь сходить. Интересно. Если вы там были, напишите ваш отзыв. Столовая Византия. Комплексные обеды по 200 рублей. Посмотрим, что предлагают. Разнообразный выбор все различных вкусняшек, салатиков. И все так же за стеклом, ребята. Первое блюдо. Ну, а это цены. Можете увидеть. Сразу все подошли, посмотрели. Очень удобно. Если что, ставьте на паузу. Костюмы за стеклышком. Здравствуйте. То есть выбор большой. Зал тоже. Для того, чтобы посидеть, работает кондиционер. То есть
все очень удобно. По правой стороне у нас есть Лада, Галада Мама, столовая, кафе Бриз, Вальма, винодельня и Фрегат. Очень часто спрашивают, где поесть вкусных морепродуктов. От души советую Фрегат, если по деньгам тянете, то это, наверное, лучшее заведение, в которое можете сходить. Вот пекарни Стандера, здесь шашлык по 67 рублей предлагают ребята. Ну, небольшой выбор всякой выпечки на Стандера, Мангала. Даже интересно глянуть. Заведение новое в этом году, так что, если вы там были, тоже пишите отзывы, друзья. Магазин у нас Фасоль, хороший, Метро, поставщиками сюда являются. Также Босс Мороз, как всегда, очередь за мороженым стоит, особенно на такой жаре. Здравствуйте, благодаря вам мы здесь. Хорошего отдыха. От души. И вот так вот постоянно. От души благодарю каждого, кто не пожалел секунду, чтобы сказать приятные слова. С правой стороны Хареб Бринины. Здесь Роман готовит вкусняхи. И также у него тут гостевой дом Флот есть. А еще есть детский крош-клуб кофе, что почем. И также вот разнообразные напиточки можете посмотреть. То, сколько стоит. Роми куда-то убежал немножко, но креплены у него вкусные. Все, кто были, все говорят, прям очень хорошо. С левой стороны мы постоянно тусим диско-клуб «Причал». Он открывается немножко попозже, потому что работает допоздна. Хотя уже, по-моему, войти туда и поесть можно. Хинкальное, грузинское кафе, европейская кухня. Топовые хинкали на Паралии советую, ели неоднократно. И тут мы устраивали наш знаменитый конкурс на скоростное поедание хинкали. Грузинская выпечка именно от них. Следующим у нас на пути появляется столовая Якорь. А с правой стороны у нас кафе Ван. Там году отдыхали. Вроде люди танцуют. Все позитивно. Это хорошо. Давайте посмотрим, что в Якоре у нас есть, друзья. Комплексный обед за 200 рублей предлагают. И все остальные ценники вы можете разглядеть на своих экранах. Допустим, больше 70 рублей. Вид. Разнообразные вкусняшки. Здесь есть вторые блюда, гарниры. Так выглядит мясные блюда. Ну, по весу. И вы можете увидеть, что очередь большая. Это говорит о том, что столовая очень популярна. С детками стоят, едят. И вот такое место для того, чтобы кушать. Друзья, обязательно жду ваши отзывы по ценам. Может, вы где-то уже отдохнули у нас. И какие-то места вам прям очень зашли на Паралии. Потому что буквально сегодня спрашиваю, Юр, где поесть на Паралии в хороших местах. Вот так что пишите, подсказывайте нашим будущим отдыхающим, где им лучше всего поесть. С правой стороны у нас Кавказская пленница, хинкали, пицца есть. Здесь магазин «Копеечка» еще для покупки продуктов. Также продают фрукты, овощи, арбузики и огромный выбор разнообразных сувенирчиков, одежды. С левой стороны у нас находится «Меридиан», дорогие мои. Здесь на Паралии движуха, встреча кафе. Тоже постоянно заходим, показываем, как там обстановочка. Можете видеть, сколько людей прям убегают с пляжа, наслаждившись морем, солнцем. Здесь детская комната, кафе «Встреча» с правой стороны. Посмотрите, как в потоке людей прям очень интересно двигаться. Только они все идут к нам навстречу, а мы двигаемся только в ту сторону. Что у нас? Шаурма, пицца делается от «Мама Мия». Кафе «Бистро» с правой стороны, грин-бар есть. Тоже довольно-таки хорошее место. Потому что там людей постоянно очень много. С левой стороны видим магазин «Перекресток». Сколько, считайте, магазинов мы с вами прошли. Просто мы роллы, пицца, шашлык, кафе «Мираж». Крупный роман продажи разнообразных вещей. А туда можно пройти и покататься на картинге. Там, причем картинг очень здравый, можете прям кайфануть. С левой стороны у нас «Фиш-пилинг», доктор Фиш. Можете увидеть видеосюжет, как-то раз я выкладывал, как там девушка кайфовала. Шашлык здесь ребята продают по 57 рублей. Кстати, тут расписали баранина 108. 80, курица 57, говядина 180, свинина 57, баранина 100, говядина 100, скумбрия 77, барабуля 100, камбала 150, семга 350, дори 150 и дорадо 150, креветки по 150, раки 250, в общем, говядина 57, 103 сердечки куриные, 107 сетки, цветовая кремничная, перепелка за 150 и лангусти за 150. Здравствуйте. Здравствуйте. Машите ручкой. Как зовут, откуда? Серпухова мы. От души. Значит, передаем всем привет. Ага. Отдыхаем очень хорошо. Где? Гордария. Да? Не знаю, улица Рос. Улица Рос 6. Это вам? Это донат, типа? Это, типа, да, взятка. Да, не знаю, сколько чего там, сколько осталось после пляжика. В общем, очень хорошо. Волны шикарные, море шикарное, мы вас любим. Вы гоняли, нет, с моря сейчас? Нет. Купались все душе? Купались. А флаги желтые или красные? Желтые. Все, отлично. Вот, все хорошо. Мы вас любим. Не изменяем, каждый год приезжаем.
В общем, спасибо большое, хорошего отдыха. Только представьте, что, как зовут, да. Нет, сюда, чтобы сказать, как зовут вас. Меня зовут Ксюша. И? Андрей. От души. Юрику задонатили. Разбогател. На квадрик закинем. Ребят, спасибо большое за вашу поддержку, за ваши донаты. Фруктики — это хорошо, ну, нравится лучше. Кафе «Орион» работает. Мороженое тут, кстати, предлагают мягкое по соточке. И также здесь работает девушка с большими глазами. И мы сюда тоже заходили, танцевали, все пробовали. Было по кайфу. Уракный мини-маркет. Смотрим. С правой стороны это улица. Справа Знойная, слева пошла Серебряная. Знойная 8А работает с той стороны. Артурик на шашлыках. Если вдруг хотите, обязательно к нему сходите. Чувствую купальник прям. Ничего, не, конечно, повернул, все еще не сломал. Просто удивился именно купальнику, насколько, как говорится, это затянут вверх высоко. Фонтанчик не работает. Здесь у нас слоны стоят, а с левой стороны заведение называется «Китайка». «Китайка» приглашает на отдых. Здесь помимо шашлычков также есть и столовая, но шашлыки ребята предлагают. Шашлык на мангале 47 рублей 100 грамм. Если овощи мангале 47 рублей 100 грамм, баранина на мангале 220, семга на мангале сейчас 300 рублей. Стри на мангале заказ 300 рублей. Потом еще шашлык без лука 67 рублей 100 грамм. Есть еще столовая, друзья. Тут очередь большая. Если вы ели, пишите. За столами сидит много людей, то все едят, все, думаю, для всех вкусно. Хотя тут вот так вот можно посмотреть. Свиньи есть. Так что, ну и туда. Вообще не буду мешать людям. Смотрим далее, смотрим. Продается пиво. Цена, думаю, что вам тоже будет интересно. А также вот всякие вкусняшки ребята жарят. На лук, сковородка, печка разнообразная присутствует. Ну, конечно, поток людей прям радует. Представляете, сколько у нас отдыхает? Сейчас пойдем, наверное, на пляже будет пусто, думаете, никто там не остался. Ну, вы удивитесь, когда мы доберем. Слева и справа продают, наверное, все то, чем могли мечтать или что себе могли представить. Здесь есть абсолютно все. Очень радует, что у нас действительно так много туристов, которые приехали и выбрали нас для отдыха. Ребята, вам всем огромное спасибо. Значит, не зря старались, информировали вас. Здесь рыбка, пиво, квас, сыры, разнообразные сладости. Кто-нибудь где-нибудь себя рисуете в особенности или любую услугу получаете, уточняйте конечную стоимость, чтобы потом она вас не удивила. Я видел 3 татуировки недавно по 12 тысяч каждая. Поэтому, ребятки, чтобы вы потом не удивлялись, уточните изначально, что почем. С левой стороны можете видеть шашлык, бедная пицца. Шашлычный дворик работает, там, честно, ничего не пробовал. Кафе столовая «Виктория». Многих она привлекает непосредственно детская зона. Единственное, хотел сказать, всем обязательно попросить, ешьте, пожалуйста, в верхней одежде. Хотя бы что-нибудь на себя накидывайте. Здесь девушки вроде бы все культурные, но нет, мужчин попадаются. Труса. Что почем здесь стоимость? Вот это, практически все в одном месте сделали. Такой вот еще есть комплексный обед по 220 рублей в таком формате. И еще разведут. Вот почему выбор. Да, с той стороны наливают первые блюда. Здесь вы можете видеть все остальное. Все за стеклышком, девочки в шапочках. Все, как вы многие очень-очень любите. Столовая очень популярная, отзывы хорошие. То есть, ну, я, в принципе, в этом году не слышал ни о каких столовых или местах, ни о каких-то плохих отзывов. То есть, это очень показательно в этом сезоне. Спасибо всем ательерам и людям, причастным к отдыху вашего, что, ну, пытаетесь минимизировать. Это тоже надо поблагодарить, потому что действительно это так. Парень решил убить во все барабаны. С левой стороны проходим в Вино Кубани, и здесь кафе «У моря» называется. У них единственная, кстати, терраса есть на втором этаже, спальня. Не знаю, кстати, работает она или нет. По идее, можно туда открыть. Здесь свинина по 45, баранина 186 на 90. Ценники, конечно, она очень привлекательна в этом году. В этом году магазин прямо перед пляжем. Тут параллель потихонечку становится современной. Тоже выглядит гораздо более привлекательно. С левой стороны у нас столовая «Софина». Первое блюдо, комплексные обеды по 200, кукуруза, выпечка разнообразная продается. И можно, кстати, еще приехать на работу. Так вот выглядит все на шпажках. Здесь булочки разные, людей тоже очень много сидит. Можно посмотреть, 60 рублей пиво белое. Можете увидеть, что почем стоит блюдо. Рыбки. Ну, очень богатый выбор. Если ели здесь, тоже жду ваших отзывов, друзья. Потому что это прям очень важно узнать все. Дома, допустим, одна штучка 45 рублей.
Но теперь осталось ему 30, но все-таки дойти до пляжа, потому что я смотрю, люди прямо аж бегут оттуда. Наверное, слишком жарко становится. Кстати, какая погода? К морю подходим, становится более комфортным. 33,8. Да, здесь, видите, попрохладнее, но все равно народ убегает. Шашлык по 45. В общем, винные развиваются. С левой стороны пончики продают. Один пончик 15 рублей. Джаник, пойдем пончик съешь. Здрасте, пончиком. Как ваша работа? А такие, короче, получается по 30, эти по 30. Отлично. Джаник, давай, один пончик съешь. Не лезь, всегда голодные не ходим. Юра, на пенсию ей пора. Почему? Ну, отдыхающих матом. Так она уже научилась за жизнь долго. Спрашивали по копченой рыбке. Вот у нас есть вот такая вот тема перед выходом именно на пляж. В общем, 680. А скумбрии нет, у тебя спрашивали, здорово. Скумбрии нет. Да, не бывает. Вот меня спрашивают, говорят, а где скумбрии можно купить? Я к тебе отправлял. Спасибо. Да нет, что. Хорошая работа. Привет. Привет. Как зовут? Сергей. Откуда? Смоленская область, вопрос. Спасибо большое, что смотрите. Говорит. Смотрим, Юра, давно. Жена смотрит, а сын смотрит. Все смотрим. Все очень нравится. Отличные, приятные обзоры. Много мест, которые можно куда-то сходить. Уже перепробовали большую часть. Но еще осталось 3 дня отдыхать. Но думаю, все-таки за 3 дня мы еще дальше пройдем. Спасибо тебе большое за твое творчество. Спасибо. Будем смотреть. Столько приятного во мне, прям по кайфу. Но мы отправляемся дальше на пляж, полетали, чуть потренировался, одну батарейку просто отлетал, потому что что-то давно не летал, и первая батарейка у меня немножко зашла тяжело. С левой стороны у нас, смотрите, есть батуты, на которых можно попрыгать, так сказать, покупаться. Здесь стоимость полчаса 500 рублей, либо 1000 рублей на целый день. Те взрослые берут, отдыхают. Справа есть душ, туалет, 30 душ по 50 рублей, причем еще доставили модуль. Есть различные бары, в которых можно перекусить, попить, поесть, ну и огромное количество наших любимых отдыхающих, которые уходят уже с моря. Есть мусорки, есть переодевалочки, есть зонтики с экскурсией. Вчера вечером мы отдыхали вот в этом заведении, серф-бар, сидели здесь. Дуля, здравствуйте, тоже наши подписчики. Тетя русская подружка, привет. Ой, я не в форме. Вообще отлично, да? Зря бы спрятали. Можно я передам привет своей подружке Тане Миранович? Она очень любит вас, ваш блог. Спасибо большое. Привет, Татьяна Миранович. Да, Звенигород. А души. Может быть, сегодня отсюда мы трансляцию начнем. По крайней мере, Джаника туда прям потянула. Здесь детские происходят разные развлечения, но они пораньше. То есть в 11, 17, 19.00 три разнообразных пен-шоу. Тут лежачки по 400 рублей. И слева и справа центральный пляж. Посередине пирс. И здесь можно сесть на морские прогулки, прокатиться. Людей у нас, честно, очень много. Не знаю, стоит ли вас приглашать или нет, потому что уже, я думаю, все, кто хотели, приехали и на отдыхе получают удовольствие по полной программе. Желтые флаги висят, купание сегодня разрешено. Единственное, что забыл, это снять для вас голуби, смотрите, красиво. Так, температура на дюнах, потому что здесь 36 градусов показывает. Мы подходим к морю, а там, я думаю, что и того больше было, дорогие мои. Морюшко волнуется, люди купаются, волнение не такое сильное, хотя сегодня мы видели запреты, нам присылали с пляжика Венера Ресорт, и там действительно было как бы запрещено купаться. Здесь вроде бы все плескаются, все, все получается очень классно. Ух, вот это Китай, ребята, вот это круто. Давайте зайдем в море и посмотрим, какая у нас температура. Ну, я вас еще раз прошу, пожалуйста, когда купаются ваши дети, чтобы дети ваши находились между вами и берегом моря. Тогда все будет безопасно. Ну, либо тут поближе. Потому что люди все-таки, у нас даже на такую волну, она хотя клевая, но тянут туда детей. Дети тонут за секунды, поэтому будьте внимательны и не оставляйте без присмотра своих деток. Помните, что только вы за них отвечаете. Спасатели, конечно, должны спасать, но обязательно сидеть на вышке, увидел, пока добежал, там уже все. Ребят, уже ничем особо не помочь. Поэтому будьте бдительны и благоразумны.
температура моря у нас 28,4 показывает градуса. Температура воды прям классная. А нет, еще падает, подождите, еще, значит, изменяется. Ну, 28,2, вроде замерзли. Да, вот она, температура водички. С вами был Юрий Азаровский. Прошу подписаться на канал, поставить лайк, поддержать нас. И дай Бог, чтобы с вами было все хорошо и прекрасно. Самое главное, вам отличное настроение, друзья. От души и всегда.